Приветствую вас, дамы и господа, с вами Лего Стайл номер один. Сегодня у меня 12-й влог, и он будет довольно-таки информативным. Начнем, пожалуй, с новостей по Бионикл. А перед этим я даже скажу, что я прилетел с отдыха, как вы можете заметить. Это мой стол, я на нем всегда снимаю. Я думаю, это понятно. Прилетел с отдыха, очень мне там понравилось, но было жарко. Один день даже было почти плюс 50. То есть вынос мозга. Я очень рад, что сейчас у нас плюс 12, плюс 15. Это на самом деле круто. Вот, теперь ближе к делу. Я начал делать самоделку. Вот, в общем... Это пока вообще не точно, скажем так. То есть я тут просто примеряю. Вот буквально начал делать минут 15 назад. Нет, серьезно. Вот только-только начал примерять какие-то варианты. И знаете что? Меня бомбит. Я не знаю, когда выпустится эта самоделка. У меня закончились детали. Некоторые. Мне нужны вот такие детали. И их нету. Еще 3 штуки нужны. Вот даже пришлось заменить на вот такие черные сюда. То есть эти убрать, поставить вот такие. Потому что у меня просто деталей не хватает. И у меня не хватает вот таких черных. Вот таких вот. Есть только одна, а вторую тоже найти не могу. И то она в панцире. То есть вот такая. И это, блин, очень плохо. И я не знаю, как мне делать самоделку, когда у меня нет деталей. Практически. Да. Я имею в виду именно вот для основы основ, если так можно выразиться. Вот. Так что пока не знаю. Буду искать, буду думать. Разные варианты. Попробую. Переставлять, в общем, подумаем, посмотрим. Идем дальше. Идем к обновкам. Это, наверное, одно из самых интересных. Вот рюкзак. Давайте смотреть, что же в нем такое таится. Это что как это называется? Duty Free. Cyprus Airports. Не знаю, как правильно читается. Может быть, Cyprus, я не знаю. В общем, купил. Купил вот такой набор. За 12 евро это не так уж и дешево, но в принципе нормально. Мне там просто чуть-чуть денег оставалось. Точнее, ну да, мне дали их просто так. Я купил. Вот, King's Guard Artillery. Ну, нормальный набор, сейчас пойду собирать, он мне понравился. Это что по Лего. Дальше еще по Лего был миксель, но сначала не об этом. Я купил линейку вот таких наборов. Это у нас компания K, я не знаю, просто K, я не знаю, как это расшифровывается. И ждите обзоры. Это, можно сказать, этот влог, это анонс китайских обзоров. Я купил всю серию, ну как всю серию, там еще были поменьше наборы. В смысле, они побольше сами по себе, там детали больше, но именно детали в наборе самом меньше. Но сами по себе детали больше, понимаете? Еще там были совсем большие. Я купил вот такую вот среднюю линейку всю, все 6 наборов. Вот тут тиранозавр, трицератопс или трицератопс, тиранозавр. Велоцираптор, сейчас достану, секунду. Велоцираптор, потом, я не знаю, как это читается. И стегозавр. Вот. Вот так это выглядит. В общем-то, это очень качественные подделки, я уже их собрал, да. Они суперские, они просто отличные, так что давайте, если наберем тут неплохо лайков, хотя нет, да, я и так сниму, потому что вы меня очень сильно порадовали, набрали 100 лайков под трансформером, хотя я просил только 50, молодцы, меня поддержали, когда я сказал, что мало активности под обзорами, вы большие молодцы, мне очень приятно, поэтому в любом случае будут обзоры на эти вот китайские наборы. По 2 штуки в каждом обзоре. Так что ждите, очень классно. Дальше идем по списку. Ну, это вы все видели обзоры. Если не видели, поищите на канале. Он недавно был. Ну, это такой набор. Обычный, самый базовый. Он туда же развалился немножко. Вот, посмотрите. Я его сейчас разберу.
Буду вязать только некоторые его детали. Я думаю, это довольно-таки логично. Идем дальше. Дальше у нас Майнкрафт был, по-моему, да. Тут куски набора от Майнкрафта. Я уже, по-моему, анонсировал на стриме, я не помню. Был у меня тут стрим, я анонсировал. Дайте мне знать в комментариях, просто это давно было. Вот эти остатки, тут была лава, скелетик еще. Вот. Это еще нужно как-то собрать, а я, блин, инструкцию выкинул. Капец. Вот. В общем-то, вот так это выглядит. Идем дальше. Сейчас. Секундочку. Открываю. Как же он плохо открывается-то? Кстати, вот этот вот рюкзак, я не знаю, сколько он мне уже служит в путешествиях. Года 4-5, может быть. Так, выкладываем. Я возил зачем-то с собой этот мок. Я не знаю зачем. Он мне не пригодился никак. Просто так. Дальше. Та самая самоделка. Обвесы мини-фигурок. Кто смотрел, тот поймет. Кто не смотрел, посмотрите. Та машинка чуть-чуть уже подраздолбанная. Которая очень классная. Можете тоже посмотреть обзор. Потом это будет обзор еще. Это подделка. Якобы какой-то сокол Ланса. В общем, увидите. Или не увидите, я посмотрю. Это тоже уже все было. Обзоры были. Это тот же обвес мини-фигурок. Миньон тоже. Если вы не видели, можете посмотреть. Вот. Так, идем дальше. Вот этот ужас. Как раз под ним вы набрали 100 лайков. Большое вам спасибо. Точнее, набрали. Это все обвес мини-фигурок. Достаем дальше. Тут уже у нас поинтереснее. Миксель. Кстати, он вообще не раздолбался. С ним тоже выходило видео Stop Motion. Вот. Я с ним, конечно, инструкцию привез, это же Лего. И его пакетик принес. А вот это вот голова от того сокола Ланса. Это офигенный зомби, который, наверное, будет обзор. Это опять обвесы мини-фигурок, а это фигурка, странная фигурка скелета с вот этого набора. Обзор тоже будет. То есть еще куча намечается обзоров на китайские новинки. Как минимум штук 4, я думаю. Вот тут подставки. Кэп. Это будет эксклюзив этого влога, потому что обзора на него не будет. Ну такой. Спорненький. Вот его щит там. Это я не знаю, что. Это ступня от того робота. Так, осталось совсем чуть-чуть. Смотрим, дальше идет. Вот это вот убожество вы тоже увидите у меня на канале. Это просто ужасно. Подставки. Разных фильм, то фирм. Либо Кью. ZMS. Это от Ланса. Обвесы от той бога фигурки. Опять ступня. Офигенный щит Ланса. И подставка от Кэпа. По-моему, от Кэпа. Кстати, она довольно-таки интересная. Да, во что все эти китайские и не только новинки превратились? Просто в хлам. Только вот эти вот сохранились полностью в целом состоянии, потому что они самые крутые. Самое крутое, что я купил вообще. Да, это они. Я не знаю, что это. Это антенка, понятно, от машинки вот этой вот. И это от самоделки тоже. И, в общем-то, все, ребята. То есть, это вот все, что я привез. Сейчас мы на это посмотрим подробнее. Вот так вот. Этот весь хлам нужно устанавливать либо уже
разбирать, потому что материал у меня отснят. То есть у меня все это отснято, только нету ни сценария, ни озвучки, ни монтажа. Это все будет, ждите. Но и да, учтите, что вот на это, допустим, обзор на это все будет вот на Кипре. То есть фон будет на Кипре, это все было снято на Кипре. Так что не удивляйтесь. Понятно, что обзора на Лего вот эту вот фигню тоже не будет. Это логично довольно-таки. Потому что это старый довольно-таки. Ну как старый, на него уже сделали все обзор. Вот, в общем-то, и все. Вот такой влог у нас долгий получился, 10-минутный, почти 11-минутный. В нем я вам пожаловался, скажем так. Блин, вот на нехватку деталей. И показал вам новинки. На этом все. Если вам нравится, подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был Лего Стоял номер один. Старался и делал данное видео. Всем пока и до скорых встреч.